Вуаля. О, Бри, не может быть. Курица в вине? Я знаю, это твой любимый, учитывая все, что ты пережил. Ты потрясающая. Привет. Хорошо, что ты пришел. Можно приступать? Что это? Я думал, у нас будут сэндвичи. Раз уж у нас гости, я решила приготовить что-нибудь этакое. Знаешь что? Давай завтра приготовим уху по-марсельски. Точно, Кит, тебе понравится. Если это такие французские сэндвичи, то я согласен. Бри выглядит чудесно. Если позволите. Какое удовольствие, кроме ужина, бывает каждый день и длится целый час? Толеран. Заткнитесь и ешьте, паразиты. Йозамит Сэм. Какая сенсация. Я не знал, что Стэнли Ковальский присоединится к нам за ужином. Это ваш друг? Вообще-то, это персонаж из «Трамвая желания». Он носит много футболок и... Ты вряд ли слышал о нем. На него еще не сняли ремейк. Дорогой, может быть, ты наденешь футболку, тем более у нас гости. Если никто не против, я бы хотел остаться в этом. Может, я сама схожу и принесу? Я быстро. Бри, сядь. Пожалуйста. Я уверен, гость потерпит меня с голым торсом. Конечно. Хотя просьба была вполне обоснована. Просто у себя дома я привык одеваться, как захочу. У меня идея. Сними свой пиджак, так гораздо удобнее. Если никто не против, я предпочту не снимать. А ты не боишься его испачкать? Не боюсь. Я собираюсь сесть приборами, а не руками. Кит! Всякое случается. Видимо, я должен быть рад, что это не его фекалии. Орсон, мне жаль. Кит, о чем ты думал? Давайте просто забудем об этом и насладимся едой, которую ты приготовила. И передай, пожалуйста, горох. Прекратите! Вы ведете себя как дети, и я этого не потерплю, слышите?